Развитие импортозамещения обсудили на заседании Совета по развитию промышленности при главе Северского района. О краевых механизмах поддержки бизнеса рассказали заместитель министра промышленной политики края Михаил Дорошков и представитель Фонда развития промышленности Андрей Белогоров. Сейчас на Кубани действуют беспрецедентные меры поддержки для предприятий промышленности. Среди них – субсидирование, льготные займы, налоговые льготы, создание объектов инфраструктуры, в частности, технопарков. Для Северского района с его темпами развития промышленного комплекса эта информация очень актуальна. Северский район по результатам 2022 года находится на 9-й позиции, так называемый, входит в топ-10 основных муниципалитетов по отгрузке промышленной продукции. И мы видим, что ежегодно вот процент прироста отгрузки он прирастает там, где-то на 30%. Вот там, по результатам 2022 года там, еще на 40% прирост. Фонд развития промышленности края – настоящее подспорье для производителей. Здесь действует уникальная программа, по которой можно получить займ под 0,1% годовых. Займы они направлены на разные цели. Это могут быть и реализация инвестиционных проектов, это могут быть займы на приобретение каких-то отдельных единиц промышленного оборудования, это займы, направленные на оплату лизинга, аванса по лизингу и совместно с лизинговыми компаниями. Есть займы под залог приобретаемого оборудования. Масса разных мер поддержки прям по разным направлениям. Выбирай, не хочу договориться. Приди, тебе правильно сказали, придешь спросить, увидишь уже с кейсом, с портфелем денег. Представители предприятий поделились своим опытом развития импортозамещения, рассказали о перспективах развития производства и новых амбициозных проектах. Участники встречи договорились о сотрудничестве и содействии органов местной власти в решении проблемных вопросов бизнеса.